Чуть меньше года прошло с релиза 10-й части легендарного файтинга Mortal Kombat, и сегодня в нашу рубрику «Обзоры для занятых» попало переиздание этой игры под названием Mortal Kombat XL. Выходит оно 1 марта 2016 года и только на PlayStation 4 и Xbox One. Да-да, вы не ослышались, PC-версии игры не будет. А значит, фанатам серии из числа ПК-бояр придется серьезно задуматься над покупкой консоли текущего поколения. Ведь для их платформы выпуск нового контента полностью прекращен. Что уже вылилось в тонны срача, холиваров и обвинений в адрес разработчиков на форумах. Но не будем о грустном. Что же такое Mortal Kombat XL? Это все тот же Mortal Kombat X, но со всеми DLC, вышедшими за год. После выхода оригинальной игры многие жаловались на небольшое количество персонажей, скинов и фаталити. Теперь же, после выхода двух комбат-пэков и нескольких небольших DLC, все это есть в изобилии. Кроме базовых героев, можно сыграть за ксеноморфа из фильма «Чужой», за кожаное лицо, Триборга, Борай Чо, Хищника, Джейсона Вурхиса, Тремора, Таню и Гора. Плюс куча классических, исторических и авторских скинов для персонажей и новый дизайн для арены Яма. Но и это еще не все. Игра также улучшена и в техническом плане, а именно получила новый сетевой код, уменьшающий задержки и ускоряющий отклик. Ответ на главный вопрос, брать или не брать Mortal Kombat XL, мы вам не дадим. Потому что отличий от оригинальной игры немного, и они принципиальны лишь для самых преданных фанатов, которые без наших советов уже оформили предзаказ. Поэтому решайте сами. Всем пока, подписываемся на наши каналы, ставим лайки и увидимся скоро.